Ну, сейчас будем говорить о малом и среднем бизнесе в нашей стране, причем в разных регионах, как этот бизнес выживает. На днях в Общественной палате прошел круглый стол, который назывался «Административные барьеры для бизнеса на муниципальном уровне». И вот как раз решили его провести члены Общественной палаты, потому что очень много обращений предпринимателей из разных регионов на то, что зажимают их. Очень много фактов административного давления без каких-либо на то причин. У нас сейчас в гостях Валентин Агарков, председатель комиссии Общественной палаты России по развитию малого и среднего бизнеса. Ну а про барьеры могу сказать так. Вот в федеральном центре проблему понимают и ее пытаются решать. Каждое высказывание президента на эту тему, оно, в общем-то, говорит о том, что, господа чиновники, сделайте жизнь предпринимателей легче. Однако, тот же сюжет, который мы рассматривали на нашем круглом столе, это снос Калужского рынка. Я не знаю, вы как-то отслеживаете эту ситуацию или нет, но в целом какое-то оголтелое желание городских властей снести рынок, сделать на месте рынка парк, причем это все происходит вот перед Новым годом, там, значит, людей выгоняют с помощью каких-то непонятных боксеров, там уже что творится. Просто 90-е годы какие. Почти 90-е годы, но устроены они администрацией города. И мы, у нас присутствовал представитель администрации города, он на самом деле, ну, какую-то справку с собой привез, мол, мы там в соответствии с каким-то постановлением чего-то там делаем. Это не нам решать, правда это, правильно это или нет. Мы не орган, дающий правовую оценку. Мы спросили прямо, вот просто прямо спросили. У вас, вы заявляете своей целью создание парка. Ну, парк ведь зимой не делают, тем более перед Новым годом. Там, собственно, имущественный комплекс, там вот этот вот советский купол такой основательный стоит на этом месте. Угу. Вы вот разгоняете предпринимателей перед Новым годом и, по сути, их, ну, скажем так, выгоняете на улицу, и, возможно, они даже и обанкротятся, потому что многие набрали товар перед Новым годом. Как известно, это очень такая пора для торговли живая, и иногда предновогодние и предрождественские распродажи, они делают выручку там за полгода. И вот в этот прям момент городская администрация вот принимает решение, значит, людей с этого рынка выгнать, рассовать их по каким-то другим местам, не приспособленным для этого. И на вопрос, значит, представителю администрации, прям при всем честном народе, что называется, зачем вам это надо перед Новым годом? Да, люди, особенно учитывая то, что Калужский район очень довольно зеленый. Да, учитывая, что район зеленый, они там действительно показывали, что вокруг много парков, и это рынок традиционный, он там еще средних веков находится. Значит, ответ был буквально такой. Я не имею права, решение принято, я не имею права комментировать решение руководства. Ну, честно говоря, вот такое отношение власти не только, собственно, к своему бизнесу, а вообще к своему лицу. То есть администрация города Калуги прислала человека на общественное значимое мероприятие с учетом того, что там могут быть журналисты, пресса, значит, там общественность, какие-то эксперты, там были представители омбудсмена. И вот взять, сказать такое, значит, я не могу что-то там комментировать, но какой смысл тогда в том вашем участии? Приезжать, да. Да. Но тем не менее, и остается только догадываться, взят, да? Что они с предпринимателями там на месте делают. Вот при таком отношении, угу. Значит, в Общественной палате, ну, что они делают на месте с конкретными людьми. Вот этот наш такой заскорузлый феодализм, он, ну, к сожалению, на местном уровне, вот как вот он был и в советское время, и в дореволюционное время, он и сейчас никуда не девается. И чисто психологически некоторые главы районов считают свою территорию как бы неким феодальным наделом, и все, что они там для себя решают, вот то и есть закон, и то и есть, скажем, правда в последней инстанции.